Ноябрьские дети, чьи родители трудятся в «Газпромнефти» Ноябрьск-Нефтегазе, вернулись из Анапы. Там ребята стали участниками первой летней лагерной смены. Они провели на юге 21 день. По словам сопровождающих, отдых прошел хорошо, замечаний к работе персонала лагеря нет. Дети не только накупались в море, но и весело провели каждый южный вечер со своими вожатыми. Добавлю, всего этим летом в лагере отдохнут 87 мальчишек и девчонок. Родители оплачивают лишь 5% от стоимости путевки и от 25 до 50% стоимости билетов. Остальные расходы покрывает «Газпромнефть», «Ноябрьскнефтегаз».